Я говорю о том, что я на ревизоре вменяю мне преступление, что я категорически отклоняю предъявленные мне обвинения. Подтверждаю это своим последним словом. Ни одно свидетельство показания, ни один из материалов, дела, документов или иных материалов, которые были изучены в ходе судебного следствия, не содержат никаких доказательств моей причастности к совершению преступления в Ромалянской взятке. Более того, они неопровержимо свидетельствуют. Знаете, что я подвергался причастным обвинителю, использовал слово «неопровержимо», я его исключу. Они просто свидетельствуют, что против меня была совершена чудовищная и жестокая провокация.